Слава Иисусу Христу! Сегодня Великий Четверг. Начинается Святое Триденствие. В этот день особенным образом благодарим Бога за дар Евхаристии, за дар Его Сына, который остался с нами до конца веков. Давайте укрепим нашу веру в это таинство, слушая Божие Слово. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руку, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, и поэтому сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно тот. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал вам я». Слово Господа. Слава тебе, Христе! Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Дорогие братья и сестры, приветствую вас в этот день Великого Четверга. В этот день, когда Иисус накануне своих страданий собрал своих апостолов на пасхальный ужин. Это был вроде обычный пасхальный ужин, в рамках которого Он установил обряд Нового Завета, эту особенную память, воспоминание о себе, о своем спасительном деле, а именно установил Евхаристию. И вместе с Евхаристией установил тоже чин священства. В Великий Четверг тоже освящаются елеи для крещения, миропомазания, елеопомазания. И таким образом Великий Четверг является источником огромной духовной силы для Церкви. Великий Четверг —
это как бы момент создания сосудов горшечником, которые то сосуды наполняются только на следующий день их содержанием. Это как бы создание книги, которую копист наполнит текстом на следующий день, в Великую Пятницу, когда Иисус отдаст свою жизнь за жизнь мира. Мы слышали в этом Евангелии, в этом коротком отрывке Евангелия, что возлюбив своих сущих в мире, возлюбил их до конца и знал, что пришел час его перейти из этого мира к Отцу. Поражает это осознание момента Иисуса, то, что он знал именно, что происходит, что он делает и что произойдет на следующий день. Евхаристия, она не возникла, основана, установлена апостолами на следующий день после смерти Иисуса Христа, а именно наоборот. Иисус, зная, что произойдет, он устанавливает обряд на все времена. И мы участвуем в этом воспоминании смерти и воскресения Иисуса Христа в каждой Евхаристии, в наших приходах. Иногда, может быть, нам кажется, что участие в Евхаристии, которую служит один священник, более интересно, чем когда служит другой священник. Одна молодая девушка, 17-летняя, дала такое свидетельство. Если в Евхаристии не встречаешь Иисуса, который отдал жизнь за тебя, то не встретишь в ней ничего более интересного. Постараемся во время этого святого триденствия войти в глубину того, что Иисус сделал ради нас. Постараемся обнаружить основания этой тайны, и чтобы эта тайна проникла в наши сердца, и чтобы мы дорожили этой тайной, чтобы мы отдавали себя всем сердцем Иисусу в любви, как ответ на эту любовь, которую Он возлюбил нас до конца. Дорогие братья и сестры, а в рамках нашей Великопостной лотереи будем благодарить Господа за дар Евхаристии, за дар священства, и тоже просить Его, чтобы Он призвал новые сердца, похожие на сердце Иисуса, молодых людей, которые захотят быть священниками, чтобы преподавать народу Божьему этот величайший дар Божьей любви. И чтобы рядом со священниками епархиальными были тоже призвания миссионерские, чтобы наш опыт веры мы несли другим людям, которые не знают еще Христа. Thank you.